В Ишиме приступили к запитке системы отопления. Заполнение осуществляют 42 котельные. Для этого используется подготовленная вода, которая проходит очистку через специальные фильтры. Это позволяет избежать накипи в котлах и обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Многие котельные у нас уже запитаны на 50-80%. Так что тепловые сети свои обязательства по запитке выполняют. Я думаю, к концу недели вся система будет поставлена под давление. Отмечу, в рамках подготовки к отопительному сезону в городе были отремонтированы 4 котельные, заменено 2 километра теплотрассы. На эти цели из городского бюджета было выделено 13 миллионов рублей. Отопление в дома придет, когда температура наружного воздуха в течение 5 дней будет не выше 8 градусов. А по прогнозам синоптиков, тепло весь сентябрь будет.